Индустриальная зона вокруг Петропавловска продолжает преображаться. На этот раз мы приехали на проезд Гашека. Здесь здание ТО «Радуга» практически приняло новый вид. Остаются последние штрихи. Бело-бежево-коричневый металлосайдинг пришел на смену старой кирпичной обшивки. Стильный, абсолютно не огнеопасный материал тут начали монтировать в начале года. Впрочем, это не все перемены. Также облагораживается территория прилегающая. Сейчас здесь мы прокладываем асфальт. Асфальт на всей территории будет вдоль дороги. Вдоль прилегающей будет озеленение, будут сделаны тротуары. Но все это намечается завершить до августа месяца.